А потом бац, я такой думаю, ну, надо бы поехать, потому что, ну, как бы охота что-то новое испытать и получить. Весна! Гормоны торжествуют! Из организма ищут путь! По тропе весны, да по первым прогалинам, к берегу спешит народ. Вновь ему идти в кругосветное плавание, только-только лед сойдет. Весла на воду поставлены, весла на воду поставлены, парус ветра ждет. А раньше тоже что чисто такое? А сейчас главное распределить работу. Короче, прикол. Ах, какие молодцы. Адмирал Жигулевской кругосветки Рустем Абнеев. Ну что, друзья мои, я рад приветствовать вас сегодня, в этот замечательный пасмурный день. Погода нас ничем не пугает. Мы все дружны, мы все заряжены, горим желанием и позитивом, чтобы встретить нашу юбилейную 55-ю Жигулевскую кругосветку. Не дадут заснуть. Волейбол, футбол, до поры веснуть. Ваню замесить, Коню порубать. Дайте чести нам немного подремать. Но! Спасибо! Пожалуйста! Так, что-нибудь там зверь? Выступление там, выступление сям. Песню у костра скитали по ночам. Снова не поспать, видно, что везде. Ваша крови кругосветка на календаре. И страшна нам бомбежка любая. А помирать нам, мне кажется, это вообще нормально. Платочек беленький. Есть у нас еще дома. А теплоход по морю плыл, бежали волны за кормою, и ветер ласковый морской развеселясь играл с тобою. И засмотревшись на тебя, не знаю почему, я в этот миг как никогда завидовал ему. Пускай сегодня я не тот. Тот, Андрюша, тот. И пусть твердят тебе, что я не тот. Но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Струится дым с плывущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим. Ты приедешь. Саша, как настроение? Ой, настроение великолепное. Погодка самая походная, самая парусная. Ветерок как доска, ровный такой классный. Вообще, да. Завидую вам, сейчас пойдете под парусом, ого-го, как будет классно.
я не одинок, закрыв квартиру на засов. На девять майских дней меня встречает у костра приветствие друзей. Ты меня ворожила, погулять с тобой пригласила. Я взял бутылку и распил, и тебя в парк отдыха сводил. Я тебе еще шучу, я тебе даже дышаться, насладиться дымом песенных костров, ночь бессонную влюбиться после пыльных городов, а погрустить и посмеяться, поболтать и помолчать, просто-напросто собраться, чтобы разъехаться опять. То есть не просто вот так поднять, а еще надо это, как колено. Вот так я решила сходить в кругосветку. Не знаю, последний раз, не последний, но это моя 20-я кругосветка. И 20 лет команде. Из старичков мало осталось. Но молодежь достойная смена. Мне понравилось. Ребята творческие, активные. Вообще много чего изменилось с той поры. 13 лет я не ходила уже. Ну, конечно, техники прибавилось. Раньше, помнишь, весла положили, и слани на них сверху, и кушали. А сейчас тент огромный, прикинь, нас 50 человек. Ну, нас также 50 человек. Да. Наши подошли. Молодец, молодцы, девчонки. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. И раз. И раз. И раз. Молодец. Если никто не простудится, все пренепременно сбудется, и мы словно мокрая курица, шагая рюкзаком по улице. И если никто не простудится, то все пренепременно, пренепременно, пренепременно сбудется. Это наша первая кругосветка. Да. Мы счастливые, полны оптимизма, полны решительности, поддержки. Вот. Несмотря на катаклизмы природы. Я так думаю, что это удачно. И нам очень повезло с командой. Спасибо огромное всем 53 человекам. Я тебя не встречу, не увижу больше. Yeah.
Ольга! Наши любимые волейбольные команды, мы напоминаем, как их любим. Поехали! Не снимают они сериалов, ведь они в формате канала, и они в интернет. Совсем вроде как мы. Молодица уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела. Не всего на прощание, завтра утром лишь солнцу зайти. Мы уйдем в кругосветное плавание, где три дня половина пути. Мы уйдем в кругосветное плавание, где три дня половина пути. Дыши ночью, по ночи бессонница, а гитара опять о своем. Жаль, не все, что увидим, запомнится, да не все, что услышим, споем. Жаль, не все, что увидим, запомнится, да не все, что услышим, споем. Мне всю ночь играл рояль Шопен, Шопен. Поцелуй на моих губах горит огнем. И вся музыка сейчас ему о нем. Там нет меня, в песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске. Знаете, Сиварпева? Кружит у пенистой воды. Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть. Какой крупный снег. Крепче и сильнее, не в дворце и не в отеле, мы в палатке на.
часах 00. Я спасибо, как ты пришел, мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. А на часах 00. Это Андрей. Да. А мы не предупредили. А, поняла. Бана, бана, стоим, стоим, наливаем, стоим, стоим, наливаем. Не глядя на усталушку, поздравлять кураж Арманушку, всей команды самокатушки. Вот мы. Наташа, огромное тебе спасибо за то, что нагоняла, пинала. Это надо. Спасибо большое всей команде. Я так понимаю, что нашей Армаде Кураж нужен большой пинок. А большой пинок это я? Большой шатер был? Вообще. Наташа, не только от тебя, от всех. То есть, ну как бы, даже когда мы утром собираемся, надо пинать всех. Давайте будем как бы все ответственны за свои действия и за действия происходить. И мы будем высыпаться на час, на полтора больше. Давай про праздник возьмем. Поэтому, я бы сказал, праздник удался, надеюсь. Я согласна с капитаном. Еще раз говорю, что поздравляю Армаду Кураж с нашим десятилетием. Я думаю, что у нас еще будут многие-многие лета. И это будет не последний юбилей. Многие-многие лета. В общем, ребята, сработали отлично. Надо ему... Спасибо большое за тот праздник, который вы устроили. Это реально был праздник. Я понимаю, сколько вы всего сделали для нас, вот, как вы старались, сколько всяких приключений, еще что-то было. С ним прям так кайфово, думаю, господи, это все, все с нами. Это... И знаешь, вот это чувствуется, что какая-то забота, что это все для нас делается. Вот, прям, прям, ну, действительно праздник. Я прям очень благодарен. Писал, давай моду, которую помощь, поддержка и моя жизнь. Конечно, Вавин Трамп Андреевич придет, ты костер поставил. Я не знаю, придете ли вы на бал и захотите ли опять это все посмотреть на те же самые рожи, потому что бал на следующий день. Скоро буду на бал. Но я вас там буду ждать. Я знаю, как это. Учитесь брать от жизни все и жить на полную. Люблю. Я сколько хожу в этот поход, вот это такое состояние души, когда ты в июне говоришь, я больше в жизни не пойду, но в феврале ты говоришь, я прям вот у тебя свербит начинает. Да, а куда я еще денусь в мае? Комиссар. Дыхаем, друзья, выйдут люди на связи. Друзья, благодарна всем и каждому за участие в культурке.
спасибо большое, что в этом году меня чуть меньше посылали. Это очень приятно. Соответственно, это очень круто, что у нас прибавляется много движовых сил, и с которыми можно творить, вытворять. Это действительно ценно, действительно круто. И я надеюсь, что мы в дальнейшем продолжим наше прекрасное путешествие под названием «Жигулевская кругосветка» вместе. Юнги, отдельная вам благодарность. Спасибо за этот кринж. То, что про тебя знаешь. Да. За кринж, в котором... За кринж, в котором вы принимали участие, я имела в виду. Огромная благодарность. Есть над чем работать, но, как говорится, идеал на то идеал, чтобы к нему стремиться всегда. И как будто бы у меня есть желание зареветь, но я терпела. Привет! Привет! Завершается Жигулевская кругосветка 2024 года. Я веду прямую трансляцию. Мы стали матросами. Мы шли под парусом со сломанной мачтой. Мы шли в снег и в дождь. Да! Мы справились. Арма на кураж. Ура! 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 А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницы, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. Мы по любимым разбредемся и по улицам, наденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь... Ура! 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 Попали, ура!